Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 91-м году ушел из жизни советский и российский поэт и переводчик Марат Тарасов. Марат Васильевич Тарасов родился 1 сентября 1930 года в Кондопоге. Его отец работал техником на Кондопожской ГЭС, был репрессирован и расстрелян в 1932 году. В 1949 году было опубликовано первое стихотворение Марата Тарасова. В 1951 году в журнале «На рубеже» была опубликована поэма «Студенты». В 1953 году окончил историко-филологический факультет Петрозаводского государственного университета. В 1954 году – Литературный институт имени А.М. Горького. В 1954 году вышел первый поэтический сборник «Подвиг». В 1955 году Тарасов М. принят в Союз писателей СССР. В 1954-1959 годах – заведующий отделом поэзии журнала «На рубеже». В 1959-1967 годах – ответственный секретарь Союза писателей Карельской АССР. Стихи поэта вошли в антологию русской поэзии 20 века «Строфы века» 1995. Известны его переводы на русский язык карельских писателей и поэтов Ялмари Вертанина, Тобиаса Гутери, Николая Лайни, Яака Ругаева. В 2003-2017 годах возглавлял республиканскую общественную организацию «Карельский союз писателей». Проживал в Петрозаводске. Заслуженный работник культуры Карельской АССР, 1980. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 1998. Народный писатель Республики Карелия. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!